на территорию Армении. Где это зафиксировано? На территорию Армении, если вторгнется Турция, вот поймите, Турция, будет форма, танки с ними, господи, извините, с турецкими там опознавательными знаками, вот, инопланетяне со своими марсианскими опознавательными знаками, там это все. Все, вот будет зафиксированное там ООН, не ООН, неважно, так сказать. Россия признает, что это вооруженная агрессия против Армении со стороны другого государства. Конкретно вооруженных сил другого государства. Вот, вот тогда, да, там и С-300 будет работать, и МИГи наши полетят, и даже действительно, так скажем, это совершенно не исключено, будет сброшена атомная бомба. А почему нет? Так скажем, потому что у нас договор, а мы договоры выполняем. Если, я повторю то, что говорил, на территорию Армении вторгнуться без шевронов, без опознавательных знаков, значит, террористы, ну, так скажем, крупные группы террористов, ну да, тогда ОДКБ все, так сказать, придет на помощь. И в принципе, в рамках этого там российские пограничники, что-то там, значит, миротворцы там и прочее, чего-то там это самое, чтобы на территорию Армянской республики, зафиксированную в ООН на ее границах, там никто не вторгся. Значит, ежели будет вестись подрывная работа какой-то степени, значит, с попытками свергнуть там законное правительство со стороны там третьих стран там или еще что-то, то уверяю вас, что наверняка есть какой-то договор с нашими спецслужбами о том, что мы как-то будем обмениваться информацией по этой теме, значит, будем как-то противодействовать и так далее. Вот. Что касается всего, что происходит вне границ Армении, непризнанные там этот Карабах там, это уже совсем другие механизмы. Здесь включаются там процессы миротворчества, дипломатического регулирования. Значит, Россия, так сказать, никогда не отказывалась принимать активное участие в этом примирении, гарантируя там, скажем, безопасность в регионе. Это и нам выгодно, да и, откровенно говоря, жителей жалко там, кто бы там ни был.